Земледельцы Алматинской области готовятся к посевной. В этом году под различные культуры отведут около 1 000 000 гектаров пашни. Из них почти 15 тысяч засеют рисом. Весенние полевые работы идут полным ходом. Гульнара Жантасова подробнее. В цехах еще шумят слесарные станки, тестируется после ремонтных работ техника. Здесь, в одном из крупных зерносеющих хозяйств аула Береке Балхашского района, с рассвета кипит работа. В прошлом году закупили в лизинг 25 колесных тракторов. Они все готовы к посевной. Первые машины уже вышли на поля. В полном объеме заготовлен и горюче-смазочный материал. С середины зимы готовимся к посевной. Чинили тракторы, подвесные агрегаты. Нам нужно в короткие сроки завершить все весенние полевые работы. Поэтому стараемся выполнить свою работу качественно, чтобы не было поломок на полях. Это хозяйство одно из крупных зерносеющих предприятий региона. Здесь в основном возделывают рис. Вместе с тем, чтобы земля сохраняла плодородность, для полного севооборота высеваются и другие культуры. Вся работа строится так, чтобы и урожайность была высокая, и меньше было потерь во время уборки. В прошлом году засеяли рис на площади в 1500 гектаров. В среднем с круга собрали более 40 центнеров. 15 лучших трактористов и комбайнеров смогли отдохнуть, поправить свое здоровье на курортах страны. В этом году тоже будем премировать отличившихся. В районе 28 322 гектара поливных земель. Все хозяйства по льготной цене приобрели горюче-смазочный материал. Посевной кампании район полностью готов. В этом году, по словам земледельцев, хорошая влажность почвы и своевременный выход техники на поля обещают еще лучший урожай. Гульнара Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Алматинская область, Хабар 24.